Алло, так, я слышу вас. Ну что, расскажите, как там впечатление, как... Слушайте, ну все отлично, очень здорово, спасибо. Быстро-быстро все сделали. Ну, вот. Старались, единственное, да? Единственное, только не совсем понятна реакция, как бы, деда. То есть она была как бы ожидаемая реакция, но... Просто то, что мы успели услышать, это то, что якобы... Ну, бабушка такая в слезах говорит, все, типа, он ушел, он не хочет уезжать. Ну, я просто сам не разговаривал, это мать разговаривала, ну, вот, на другом конце города она там была. Я понял, смотрите, это предсказуемая реакция, это реакция многих стариков, которые даже когда была бомбежка, они тоже говорили, ну, нам лучше вот прямо в этом доме умереть, не и прямо на своем месте, на своей там... земле, в своем доме. То есть у них чисто рефлекс такой, что бросать свой дом нельзя. Для них место, где они живут, вот дом, квартира, гораздо важнее их жизни. То есть это я сталкивался десятки раз уже за эти полтора месяца. И ничего, люди не принимали, да, решения?